сервисный инженер компании «Протехнологии». Мы приехали из Санкт-Петербурга в локализационный центр, который находится в городе Костанай, для установки и пусконаладочных работ нового оборудования. Перед нами сейчас стоит фрезерный обрабатывающий центр фирмы «Авиа». Данные станки отличаются в основном это скоростью обработки и точностью обработки. Отличительная особенность данных станков в том, что перед нами сейчас практически основная база фрезерного станка. К нему можно добавить большое количество различных дополнительных устройств. Качество обработки – это очень высокая подача охлаждения, непосредственно водяного охлаждения и также воздушного охлаждения, так и через пиндель. Станок полностью автоматизирован, роботизирован даже, скажем. Вся смена инструмента, все процедуры обработки происходят по написанной программе и происходят автоматически. На данный момент в процессе наладки, вот непосредственно недавно была настроена операция смены инструмента, и она происходит данным образом. В инструментальном барабане у нас 24 позиции для инструмента. Мы можем загрузить станок, большое количество инструмента, это и фрезы, и сверла, и развертки, расточки, и тем самым производить много операций обработки без переустановки инструмента. Он загружен, программа его считывает, берет и продолжает свою работу непосредственно без отрыва от цикла обработки. Мы имеем оси X, Z, ось X и ось Y. Дальнейшее управление идет непосредственно элементами станка. Это включить сож, выключить сож, обдувка, далее конвейер, удаление стружки, свет, омывка. Во время работы станка могут произойти непредвиденные ситуации, так как такие как ошибки в программе или недостаточная жесткость установки элементов. В этом случае у нас всегда есть аварийный стоп. Станок останавливается мгновенно.